По инициативе благотворительного фонда помощи детям «Край добра» вот уже не первый год на территории Краснодарского края проходит благотворительная акция, благодаря которой сотни ребят, нуждающихся в особой заботе, смогут получить новогодние подарки. Вы также можете стать Дедом Морозом и исполнить детскую мечту. 1 декабря на Кубани стартует благотворительная новогодняя акция фонда помощи детям «Край добра». Каждый житель нашего региона может стать настоящим волшебником. Для этого нужно зайти на сайт «Добрая елка», выбрать волшебную открытку и исполнить желание больного ребенка. Таких желаний мы собрали уже больше 1000. Акция продлится до 20 декабря. Мы надеемся, что все вместе мы сможем осуществить все самые заветные желания больных детей региона.